Всем привет! Сегодня у нас будет интересный роллинг для моего подписчика на накопленные самоцветы. Постараемся выбить ему самых топовых героев, как обычно. Ну, с рандомом как повезет. Так, ну что, давайте начнем с обзора аккаунта, посмотрим, какой аккаунт, что у него есть, чего ему не хватает. Ну, конечно, как обычно, Анубис Стрелок. Можно также выражая, тоже его Афину вижу, да, Афинка есть, тыковка почти докачанная, череп с коркой хорош, Дед Мороз, давайте так мельком пробежимся по героям, так, Гаргул, Хранитель есть, Сердцеедка есть, Ладракула, Ник, Афина, Ведьма, Друид, Купидон. Ну, основные такие герои есть. Можно повыбивать повторочки. Также смотрю, одержимый нужен для прохождения подземок, так как аккаунт не донатный. Варлок есть. Ну, это уже допы все пошли. Так, что у нас есть в алтаре? Ну, тоже немножко повторочек есть. Есть карты. Ну, давайте начнем с карт. Мифическая карта героя 1. Вот она содержит таких героев. Нам отсюда неплохо было бы получить Капитана Дрейка, Одержимого, Черепа, как повторку. Так, а Арес у него есть? Что-то я не посмотрел. Да, я его тоже не наблюдаю. Ну, как видите, героев надо очень много. Ну, поехали. Варлок. Ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Так, что здесь у нас? Друид, тыковка. Так, 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 так. Есть раз недостающий, который нам нужен. Череп повторка. Ну, давайте поехали. Будем по одной открывать ради интереса. Друид. Ниндзя. Паладин. Просто топ-герои падают. Еще один паладин. Еще один паладин. Смерть. РТшка. РТшка, по-моему, у него есть еще одна смерть. Ну, как если вы смотрели, с этих карт реально падает очень хреново. Выбить отсюда там черепа шанс 1 к 100. Так, Атлантикор. Еще один Атлант. Ну, смерть. Ну, вот так вот. Поэтому, если вы надеетесь с карт вытащить какого-то топового героя, то копите их очень много. Так, карта легендарного героя. Капитан Дрейк, череп опять же. И Арес. Ну, поехали с богом. Бам. Купидон. Пусть будет на эволюцию. Дед Мороз тоже нужен. Снова Зила, как обычно, никому не нужен. Князь Тыква. Ну, блин. Так, Гарпия. Да дай уже одержимого какого-то, которого здесь нет. Блин, нападала нам, конечно, Гарпий. Так, смотрим, что у нас такого интересного мы. Гарпия у него уже есть. В принципе, у него Гарпия уже будут. Купидончики тоже на повторочку пойдут. РТшка есть, ну... Что вы ожидали? С карт ничего не падает. Ну, а теперь самое приятное.
побежали выбивать героев. Так, ну давайте сделаем еще рекламку. Золотая Орда, гильдия. Босс ежедневно в 16:00 WhatsApp. Сами видите на экране. Кидайте заявочки. Не вижу, какая сила должна быть. Но гильдия активно набирает игроков в свои ряды. Поэтому, если у вас сила в районе 100к, можете кидать заявочки. Так, ну что, поехали. Как обычно, по 450. Ха, есть. Первый готов с первого тычка. Ну, вы обязаны просто по лайку поставить. Потому что это то, чего нам не хватало. С первой же тычки. Ну, еще Анубиса, стрелка, Бигфута. Ну, и можно Некроса с бесплатки. Так. Ну, рандомчик, давай. Чтобы я сегодня не включал читы на своем аккаунте. Сучка пришла к нам. Ниндзя. Так, надо помедленнее ролить. Я не на своем аккаунте тут. Самоцветы не безграничны. Ну. Блять. Нравится мне этот рандом. Я его очень люблю. Дракос. 10к, ребята. И пока только один РС. И как видите, падают обычные магазинные герои. Ну блин, вы где, легенды? Заебца. Вот она, вторая легенда. Конечно, дороговато, но, блин, недостающие. Поздравляю. Это реально кайф. Два героя, которых ожидали. Мы их фактически за половину уже получили. Блин, нужен капитан Дрейк еще очень здесь. Ну, и Анубис Стрелок. И все остальные. Поехали дальше. Так, рандомчик, давай. Включись. Панда. Тритон. Малышник. Малышник здесь есть. Ну, повторочка тоже неплохо. Укротитель, по-моему, есть. Гарпия у нас уже 100% есть. Бля, ну это жестко, ребята. Второе одержимое, еще и Афина на повторку. Ну. Вы просто обязаны поставить по лайку и порадоваться за пацана. Так, ну поехали дальше. Включаем 4x3. Нужен стрелок и Анубис. Можно и Бигфута просто. Либо Рину для полного счастья. Ну, рандомчик, давай, 10к, дорогой. Просыпайся. Да, что-то сегодня, как видите... Сука, есть. Да, ребята, вот такие вот у меня читерные роллинги. Все, что заказывают, все выбиваем. Рину ему тоже, кстати, здесь не хватает. Четенько, ставьте по лайку, кидайте заявочки, блин, ну реально очень хорошо идет. Как бы не сглазить, ну нам нужен стрелок Анубис. 8к. Так, у нас не хватает места. Я вас понял. Идем почистим. Хух, ну. Уже это радует. Есть чем ему заняться, чем кого качать. Так, продать. И я уже распереживался, что рандом нас покинул. И придется ролить на своем аккаунте.
Так, есть, есть. Ну, поехали. Бам. Так, ну давай. Кенди. Ну, что-то не знаю, блин, реально очень туго. Смотрите, одна синь идет. Есть. Красавчики. Блин, ну реально за пацана очень рад. Больше радуюсь даже, чем своим там выбиванием героев по миллиону, блин. Просто... Просто от души поздравляю. Ну блин, 3К. Ну чё, трешуем дальше. Так, РТшка. Ну, рандом. Вот так вот. Ну, блин, не знаю. Смотрим. Что у нас было недостающее? Ну, суккубы, тыквы, смерти, это все такое. Купидоны. Набили купидонов на эволюцию вторую. Круто. Ресик. Новый герой. Есть. Дед Мороз на повторочку. Есть. Фея, не помню. Там есть, по-моему, у него варлоки на прокачку тоже есть. Гарпий немерено. Капитан Дрейк, которого ему не хватало. Два одержимых сразу же, два. То есть можно тоже будет кидать на эволюцию. Он тоже очень хотел одержимого получить. Малыш Ник на повторочку пойдет. Рино, которого тоже на этом аккаунте не было, не хватало, тоже очень кайфовый герой. Пожалуйста, выбили. Ну и Афинка тоже на повторочку пойдет, либо захочет прокачать ее там когда-то с другим талантом. Я бы лучше так сделал, потому что аккаунт бездонатный. Вот так вот, ребята. Радуйтесь за пацана, поставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Кидайте заявочки, ссылочка есть в описании. Всем по хорошему роллингу, всех с праздничком. Это касается девушек, ну, парней тоже, тоже можете побухать. Кто чем, конечно, занимается, кто спортом, кто бухает. Всех с праздником. Всем пока.